Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, Магнитогорское времечко в прямом эфире. Друзья, сегодня мы предлагаем вам немного поностальгировать и вспомнить не такое уж и далекое советское прошлое. Да, тем более, что в последние дни о советской власти говорят много и говорят часто. В Госдуме сейчас обсуждают вопрос о захоронении тела Владимира Ленина и превращении мавзолея в музей. Магнитогорские депутаты вчера на заседании городского собрания согласовали выделение чуть больше 1 000 000 рублей на ремонт памятника Ленину, того, который установлен напротив входа в МГТУ. Магнитогорцы вот не все поддержали такое решение. Кто-то высказывался, что можно и на другие цели потратить деньги, нежели на памятник. Нужно ли сохранить советское наследие? Что советское стоит взять на вооружение, а что не стоит? На эти вопросы мы предлагаем вам отвечать сегодня в прямом эфире. Звоните 24-55-11. А сейчас скоро о том, что вошло в новостную повестку дня программы «Время местное». 9 мая в Магнитогорске в рамках Парада Победы в четвертый раз состоится акция «Бессмертный полк». Принять участие в ней могут все горожане, чьи отцы, деды и прадеды добывали победу на фронте или ковали в тылу. В городе Металлургов она пройдет уже в четвертый раз. В прошлом году в ней приняли участие 2 500 человек. Организаторы уверены, в этот раз неравнодушных людей будет еще больше. Сбор участников состоится 9 мая в 9:00 у Драматического театра имени Пушкина. Принять участие в акции может любой желающий. Никакой предварительной записи не нужно. Все вопросы участники парада могут задать организаторам акции по телефону горячей линии 454909. Подведены итоги городской краеведческой викторины «Моя магнитка» на Кубок городского собрания депутатов. Этот конкурс проводится уже 18-й раз. Тема нынешних состязаний – жизнь замечательных людей. В ходе конкурса 30 команд из 24 школ изучили биографии земляков, которые оставили значительный след в истории города. Организаторам удалось устроить яркий праздник для юных краеведов «Магнитки». Проигравших здесь не было. Благо, спонсоры обеспечили финалистов приятными подарками – билетами в кино и в Талантику, купонами на пиццу и другими призами. Ну а Кубок Магнитогорского городского собрания достался команде школы номер 65. В МГТУ прошел традиционный фестиваль немецкой песни. Уже 6-й по счету он собрал как тех, кто только начинает изучать язык, так и тех, кто говорит на нем так же свободно, как на русском. Количество исполнителей с каждым годом только увеличивается. В этот раз петь на немецком изъявили желание 150 школьных, студенческих и городских коллективов. Таким образом, в МГТУ открыли серию фестивалей зарубежной культуры. Впереди у поклонников иностранных языков фестивали английской и французской песни. А до нас уже дозвонились телезрители, готовы пообщаться по поводу советского прошлого. На связи у нас Максим. Здравствуйте, Максим. Вот что бы сохранили из тех времен и перенеслись в настоящее сегодняшнее время? Добрый вечер. Ну, с удовольствием бы я сохранил праздник 1 мая. В любом случае, это нужный праздник. Хоть его и переименовали, но для нас, кто родился в советские времена, это так и остается. Мир, труд, май. 1 мая радостный праздник. И с удовольствием бы еще вот хотелось бы, чтобы восстанавливали здания, которые построены в советские времена. Те же самые здания НКВД, которые сейчас в данный момент находятся в разрушенном состоянии. Дом отдыха, горняки, которые находятся на Березках. Можно было бы восстановить и устроить, например, музей ММК в кинотеатре «Магнит» бывшем. К сожалению, сейчас у нас кинотеатр «Мир» кто-то выкупил, не знаю, какой-то магазин будет. Но можно было бы восстановить и... Это могли бы быть, Максим, памятники архитектуры, да? Да, правильно, конечно. Спасибо большое, Максим. Может быть, действительно прислушаются наши власти и обратят внимание на те здания заброшенные. Действительно, архитектура-то хорошая была. Архитектура так у нас есть еще дозвонившаяся Людмила. Людмила Николаевна до нас дозвонилась. Людмила Николаевна, здравствуйте, слушаем вас. Что из советского наследия нужно сохранить? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу, чтобы из советского наследия сохранили памятники. Вот памятник Ленина, чтобы дети наши и внуки знали этот памятник. Памятник первым комсомольцам. Очень хороший памятник. Сейчас его привели в порядок там в сквере. Очень приятно, как он долго был запущен. Очень приятно. И вот спасибо всем, кто взялся сохранять эти памятники. Вот дети должны и внуки знать это. Спасибо большое за звонок. Действительно, в прошлом году капитальный ремонт был памятнику первым комсомольцам. В этом году
капитальный ремонт, именно капитальный ждет памятник Ленину. А разговор о советском прошлом мы продолжим с нашим гостем. В студию Магнитогорского времечка подошел Михаил Григорьевич Абрамзон. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Доктор исторических наук, директор научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ имени Носова. Все правильно? Да, все правильно. А, Михаил Григорьевич, для вас, как рожденного в СССР, то советское время было хорошим? Вы знаете, мне легко на этот вопрос отвечать. Я действительно дитя советской эпохи. И если мы отбросим какой-то негатив, как уравниловка, там, догмат, идеология и прочее, то все-таки это время было более развернуто к человеку. И парадигма была другая. Понимаете, вот общество хотело, чтобы люди были гармонично развиты. И даже так сказать, идея строительства коммунизма не такая плохая, утопическая идея. Тем не менее, вот гармонично развитая личность. И возможности были открыты многие. Бесплатные секции, бесплатное образование, бесплатная медицина, детские спортивные лагеря и детские пионерские лагеря, возможности для отдыха, возможности реализовать свои таланты и способности. А там о пионерских лагерях очень многие жалеют, что они закрылись и остались какие-то прям единицы, можно по пальцам пересчитать. Михаил Григорьевич, программу сегодня начали с новости о предстоящем ремонте памятника Ленину. Ваше мнение, вот насколько нужны советские памятники? Вот наша телезрительница Людмила уверяет, что нужны, чтобы сохранить, да, какое-то наследие у наших внуков. Нужны ли они в том количестве, в котором они есть сейчас, сегодня? И вообще, как относитесь к тому, что вот где-то эти памятники разрушаются, их просто сносят даже? Безусловно, памятники надо сохранять. Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. И тот, кто стреляет в прошлое, он убивает и будущее, так сказать, и нет настоящего. Надо, может быть, надо провести какую-то сильную ревизию наследия, посмотреть, какие памятники есть и представляют художественную ценность, историческую ценность. В нашем городе, безусловно, целый ряд памятников, которые мы обязаны сохранять. Это соцгород, это эпоха, это символ страны, стальное сердце Родины, знаменитый город. Мы просто обязаны и архитектурное наследие сохранять, и памятники, в том числе и памятник Ленину. Почему бы нет? Это символ нашего города тоже, социалистической эпохи, памятник Орджоникидзе. Совершенно блестящие вещи, хорошие художники их делали, хорошие скульпторы. Их надо привести в порядок и беречь. Да, вот мы сегодня решили узнать, как магнитогорцы относятся к памятникам советского времени. Согласны ли они, что на ремонт памятника Ленина возле МГТУ нужно выделить деньги? И в нашей группе ВКонтакте запустили голосование. Да, и вот что выяснилось, смотрю в телефон, вот прямо сейчас разделились практически напополам наши телезрители. За то, чтобы выделить деньги, проголосовали 48%, за то, чтобы не выделять никаких денег, 50%. 2 практически процента. Ну, немного разница. Перевес есть такой. Да, в комментариях к опросу звучало, вот могу даже процитировать, что проблем, что ли, в городе нет, чтобы выделять лимон на какой-то памятник. Было предложение даже поставить памятник Путину. А те, кто за ремонт, написали, если уж памятник Ленину стоит, пусть выглядит достойно. Да, вот, кстати, про памятники Ленину говорят, что они буквально штамповались на заводах, поэтому практически в каждом городе найдется Владимир Ильич, да, с поднятой вверх рукой. Указываешь либо вверх, да, либо да, скепку, держащую в руках. А какие типичные памятники Ленину есть в Магнитогорске и сколько всего скульптур вождя в нашем городе, узнаете из нашего следующего сюжета. Во времечко которого звоните нам 24-55-11 и отвечайте на вопрос, что из советского наследия нужно сохранить. Одному из дозвонившихся телезрителей мы подарим вот такие 2 пригласительных билета в Джаз-синема. Удобные залы, качественный звук, хорошее изображение. Все это Джаз-синема, так что звоните нам. Thank you.
Это статуя из кованого алюминия на постаменте с трибуны, облицованной белым мрамором. Не первый и не последний в Магнитогорске памятник Ленину. Автор – уральский скульптор, известный на всю страну, Виталий Семенович Зайков. И для него тоже это не первый, не последний памятник Ленину. На момент появления скульптуры на площади в 1967 году Зайковым уже было выполнено два монумента вождю. Тут памятник был открыт 6 ноября 1967 года. К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь всегда проходили демонстрации, посвященные там таким памятным датам 1 мая, 7 ноября. Десятилетием раньше памятник Ленину появился на проспекте Пушкина на левом берегу. И здесь бронзовый Владимир Ильич, стандартная типовая скульптура, устремленная вперед. Еще две статуи Ленина стоят на территории метисно-калибровочного и цементного заводов. Всего в Магнитке сейчас 7 памятников Ильичу. Вот это вот первый памятник Ленину в городе Магнитогорске открыт в 30-м году, когда строилась плотина. В 80-е годы в Магнитке установили последний памятник Ленину на Комсомольской площади. Работал над ним авторский коллектив из Москвы. Отливали бронзовую скульптуру по частям на Магнитогорском металлургическом комбинате. И здесь же сваривали. Был у этой статуи вождя революции и свой предшественник. На таком постаменте вот стоял памятник Сталину. Был демонтирован он в 60-м году. И вот на этом постаменте был поставлен такой маленький памятник Ленину. Он простоял 20 лет, и вот в 82-м году был открыт памятник Ленину, который вот сейчас находится здесь. На монументальные памятники Ленину в Магнитке никто не посягается. А вот небольшие бюсты Владимира Ильича, которые в советские годы были практически в каждой семье, магнитогорцы сдают в антикварные магазины. Анатолий Кириллович может насчитать больше десятка статуэток вождя на полках. Это картинское литье, ЛПЗ, это все такие фарфоровые. Они сейчас недорогие, от 500 рублей и до 3-4 тысяч. Большинство берут их, или то куча с ностальгии, или за границей. Сегодня в цене больше советские знамя и флаги с профилем Ленина. А заветы, марксизм, ленинизм, он уже написан. С такими флагами ходили на демонстрации раньше. 1 мая, 9 мая. Стоимость таких знамен напрямую зависит от года их производства и от состояния ткани и вышивки. Бархатные – дороже. Это прямой эфир телекомпании ТВН. Говорим сегодня о советском наследии. И до нас дозвонилась Ирина Геннадьевна. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите. Добрый вечер. Из прошлого очень хотелось бы сохранить образование. Как дошкольное, так и школьное. Я уже бабушка, я занимаюсь внуком. В прошлом я воспитатель. Спецстаж у меня 7 лет. К сожалению, из-за низкой зарплаты пришлось покинуть образование, но всегда была с ним связана. Дочь вырастила. Ирина Геннадьевна, а что вот прям конкретно мы перенесли из образования? Единые учебники, форму школьную, что? Методы воспитания. Сейчас они более лояльны, более мягкие. Я не жестока к детям, но сейчас об этом заговорили уже на уровне министерства. И поэтому очень хотелось бы вернуть что-то, или даже очень многое. В том числе и учебники. У меня внук первоклассник. Учебники оставляют желать лучшего, так скажем. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна, за звонок. Действительно, учебники. У разных школ разные программы. По-разному написаны учебники. И еще у нас есть наша постоянная телезрительница на связи, Нина Борисовна. Спасибо, что дождались. Вы в прямом эфире. Нина Борисовна, рассказывайте, что из советского прошлого перенесли бы в настоящее? Здравствуйте. Что я хочу сказать? Я тоже родом из СССР. Ребят, я горжусь этим, вы понимаете? Я при каждом удобном случае говорю, да вы что, я родом из СССР. Вы понимаете, это была хорошая эпоха в моей жизни. А вот. Нина Борисовна, вот вы мне рассказывали по телефону про профсоюзы, о том, как они работали в советское время и чего не хватает сейчас. Да, я и хочу об этом сказать. Вы понимаете, была стабильность. И в чем она заключалась? Во-первых, на производстве. Везде работали профсоюзные организации. Это было... Опа. Не дослышали мы Нину Борисовну, но она рассказывала, что вот
профсоюзы защищали трудящихся и ходили вместе и на демонстрацию. То есть и праздники организовывали, и в то же время какая-то защищенность была. А вот сейчас профсоюзов не хватает. Ну, праздники-то у нас нормально. На 1 мая профсоюз-то сколько работает? Остались, действительно. И вот что касается образования, есть у нас вопрос, правильно? Да, действительно. А, у меня нет. Вопрос к вам, как профессору истории, преподавателю истории. Вот вы своих студентов как убеждаете, что историю нужно знать, нужно учить, нужно помнить? А мне их, пожалуй, не особо надо убеждать, потому что в основном поступают те, кто любит историю, заинтересован и понимает, что без изучения прошлого не будет ни настоящего, ни будущего. Я об этом уже говорил. Конечно, я своим студентам говорю, что надо шире смотреть, надо больше читать, надо больше слушать, надо не воспринимать наши лекции как догмы, общение с нами как с какой-то догмой. Больше смотреть, быть обществоведами, смотреть, изучать законы общественного развития, механизмы общественного развития. То, что вот давали нам. Михаил Григорьевич, вот просто когда говорят по поводу истории, что ее нужно помнить, все время даже пугают, я бы сказала, тем, что вот не будете помнить, все это вернется. Действительно так? Мы действительно так циклично развиваемся? Я уверен, что история, она наказывает тех, кто ее забывает. Мы наступаем на одни и те же грабли, к сожалению. Ну вот, к сожалению, если бы к историкам больше прислушивались в государстве, я думаю, что было бы лучше. Наверное, не зря раньше держали придворных историков, не зря как-то к ним прислушивались. Михаил Григорьевич, вот вы сейчас работаете в системе современного образования, а нам вот и звонки поступают по поводу советского образования. Нам все-таки удалось что-то перенести из той советской школы в нашу современную или нет? Насколько я могу судить, к сожалению, что советский уникальный опыт, он разрушается, и мы иногда слепо заимствуем с Запада, копируем, пытаемся заимствовать, и не самое лучшее. Я за модернизацию образования, безусловно. Оно должно быть современным, отвечать вызовам времени. Понимаете, ну, мы по-разному немножко понимаем. Надо... Государство должно вкладывать в образование. Вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но образование – это не сфера услуг, на мой взгляд. Я старый, так сказать, профессор и держусь вот этого мнения. Мы не должны быть, оказывать населению услуги. Мы должны образовывать его, воспитывать. И это огромная машина идеологическая. И вот этот момент мы как раз упускаем. Советская школа, она очень фундированная. Я имею в виду и среднюю школу, и высшую школу. И высшую, естественно. И наши физики, математики, наши инженеры, наши врачи, они котируются, ценятся по всему миру, безусловно, наши специалисты. Значит, мы могли давать такой продукт. Потом мне есть с чем сравнить. Я довольно часто бываю на Западе. И когда я общаюсь с коллегами в Дании, в Швеции и в Германии, они говорят, зачем вы разрушаете себе эту систему? Зачем вы у нас это берете? Понимаете, у нас все накатано. Вся история, история древнего мира, средних веков, новая, новейшая, параллельная история России, все в одном процессе. Вот. А на Западе изучается конкретно какой-то. Пришел, поступил, я хочу изучать Египет. Но он даже не знает, что есть Вторая мировая война, что она была. Да, действительно. Понятно. Ну вот абсолютно точно то, что сохранилось у нас из советского образования, это субботники. Школьники, студенты колледжей, университетов традиционно выходят и убираются, причем не только территорию своего учебного заведения, но и также выходят на улицы, в скверы, парки. Вот сегодня как раз-таки студенты убирались в сквере университетский. Из-под палки или добровольно узнала у них Галина Смирнова. Давайте мы посмотрим ее сюжет, а мы ждем от вас, дорогие телезрители, ответов на вопрос, что из советского наследия нужно сохранить, звоните нам 24-55-11. Редкие утренние прохожие с нескрываемым удовольствием наблюдали за дружной работой студентов. Вот пусть работают, чем пить и гулять.
Пусть трудится, и труд никогда никого не испортил еще, а сделал человеком. Проще всего организовать то, что уже организовано внутри себя. Поэтому много лет подряд на такие субботники в сквер университетский выходят не просто студенты МГТУ, а представители различных движений и обществ. Тут и спортсмены, и политики, и студотрядовцы, и КВНщики. Этих ребят заставлять не нужно. От студенческих отрядов помогаем. От педагогических отрядов помогаем убирать. Вас заставили? Нет, это все добровольно, это все чисто от сердца для нашего любимого института. Просто из-за того, что мы являемся участниками спортклуба. Активистами. Активистами, да, и это как бы, я бы не сказал, что это наша обязанность, но это больше как для нас просто самих. Что нужно выйти, ну и почему бы нет, почему бы не помочь спортклубу, почему бы вот не показать, как мы относимся к нашему спортклубу. Работать ребята начали с 9 утра и планируют приводить сквер в порядок до победного. Пока газоны не зазеленеют молодой травкой, пока все скамейки не заблестят свежим лаком, а на дорожках не останется ни одной бумажки. Мусора, вероятно, будет вывезено прилично. По прошлому году мы по уборке вот этой же территории мы вывезли 8 машин КАМАЗ-МАЗ. Студенчество – та среда, которая крепко и надежно хранит добрые традиции. Такие весенние массовые субботники идут из глубины советской эпохи. Как и в прежние времена, дружно выходили с граблями, лопатами, так и сегодня чистят, красят, подметают. Весело, дружно, с песнями и даже с танцами. Нам как раз включили музыку, под нее очень хорошо убираться. Мы делаем город чище, это круто. Так что все на улицу, убираться. Это прямой эфир телекомпании ТВ. Говорим сегодня о советском наследии. До нас дозвонился Евгений. Евгений, здравствуйте. Рассказывайте, что нужно вернуть из советского прошлого? Здравствуйте. Из советского времени я бы хотел бы оставить отношение к спорту. Очень много уделялось времени к спорту. Было большое количество секций. И у молодых ребят был большой выбор, куда пойти заниматься. Биатлоном, легкой атлетикой, хоккеем, футболом, либо велоспортом. И бесплатно было много секций. Да, и все было бесплатно, и было желание заниматься, и все занимались спортом. Хорошо, спасибо большое за звонок. Ну, спортивное спасибо, образование, воспитание, я бы даже сказала, у нас пытаются вернуть, комплекс ГТО все-таки возродили. У нас есть еще один звонок. Юрий, здравствуйте. Рассказывайте, что бы вы сохранили из советского прошлого? Здравствуйте. Я хотел бы сохранить службу ЖКХ, обслуживание этого ЖКХ. Раньше был один человек, Петров, и он всей службой ЖКХ управлял по городу. Квитанция одна выписывалась на весь год книжечкой, и мы еще в конце года получали перерасчет по электроэнергии. Вот. А сейчас, начиная со 2 числа, приносят эти квитанции и до самого конца месяца. До самого конца месяца. Спасибо большое, Юрий. Я думаю, многие магнитогорцы поддержат, кто дома ждет вот эту стопочку квитанции и вспоминает одну советскую. Да, действительно. Вот посмотрели сюжет про субботники. Да? Михаил Григорьевич, а вы сами выходите на субботники? И вообще, как считаете, вот массовые субботники – это пережиток прошлого или то хорошее, что нам удалось сохранить? Вчера с большим удовольствием со своими студентами-первокурсниками я участвовал в субботнике. И, конечно, это то из... Оно ведь не только из советского прошлого. И в любой стране мира это есть. И студенты выходят везде. И горожане выходят везде прибрать свой город. Это, я считаю, совершенно замечательная традиция. Вот на уборку горожан призывают выйти, чтобы у нас, по крайней мере, в России, чтобы майские праздники встретить в чистоте. И 1 мая, 9 мая. Но вот сам ближайший у нас впереди 1 мая, праздник весны труда и праздник, действительно уходящий корнями в советское прошлое. У нас в Магнитогорске тоже пройдет демонстрация учащихся, трудящихся, университет примут участие. Вот на ваш взгляд, нужно ли в календаре оставлять такие праздничные даты, которые вот с отсылкой к Советскому Союзу? Или их нужно как-то переименовывать, переделать, вот как с 7 ноября, да, получилось у нас? Ну, если мы говорим о 1 мая, то, конечно, мы знаем историю этого праздника. Он праздник солидарности трудящихся против капиталистов, против буржуазии. С 19 века, помним же фильм «Юность Максима», где там всех разгоняют на Маевке. Вот. Памятник, ну, это интересный очень праздник. Его не было почти 20 лет. И сейчас он реанимирован как праздник
труда и весны. Весны и труда. Уже не надо солидаризироваться с буржуазией, но есть возможность встретиться с друзьями, с коллегами, со студентами, со своими, опять же, пройтись по городу. И мне кажется, вот такой очень симпатичный праздник. А вот эти демонстрации нужны или уже не так? С ним сложные отношения. С одной стороны, мы связаны с тоталитарной эпохой, где добровольно-принудительно ходили. А сейчас вот я, например, для себя считаю, что я вот хожу, наверное, все-таки с удовольствием. Потому что иногда людей, мы живем так же все время загружены, людей не видишь годами, которые живут с тобой в одном городе. А тут мы все встречаемся, однокурсники мы, друзья по спорту, друзья по учебе, коллеги по работе, младшее поколение. Сейчас уже мое поколение с детьми, с внуками. Это очень интересно. Я думаю, что какое-то единение на момент 1 мая нация испытывает. И, наверное, это хороший пример. Ну, то есть, смотрите, можно дату оставить, чуть-чуть переименовать. Ну, конечно, идеология ушла социалистическая. А праздник остался. А праздник остался, надо его сохранить. Отлично. Сейчас я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь, лучше звоните нам 24-55-11, отвечайте, что из советского наследия нужно сохранить. Магнитогорское времечко в прямом эфире. Нужно ли помнить советское прошлое? Об этом говорим сегодня. И до нас дозвонился Виктор Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы... Да. Виктор Петрович. Я бы хотел добавить следующее. Не хватает главного памятника. Это памятник репрессированным первостроителям. Они составляли основной костяк, который возвел, по крайней мере, до войны эти... как говорится, комбинат, завод. Да, действительно, Виктор Петрович, спасибо. Нет у нас такого памятника, хотелось бы, чтобы появился, потому что, вот на мой взгляд, тоже советская реалия, вот эти вот репрессии. Ну, вычеркнуть их как-то совсем из истории нельзя. У нас еще один звоночек есть. Алексей до нас дозвонился. Алексей, здравствуйте. Рассказывайте, что бы из советского прошлого вы вернули? Единственное, что можно оставить из советского прошлого, это профсоюзы. Угу. Еще по поводу памятников у вас, кстати говоря, есть... Я считаю, как из-за наследия, памятники Ленину нужно все посносить. Перед университетом можно поставить Владимиру Мономаху, Екатерине II, Виктору Цою. Иисусу Христу, наконец, но только не Ленину. Алексей, а вот, насколько я знаю, вы учитель, да? Расскажите. Да, я ученик Михаила Григорьевича Абрамзона. И учитель истории сейчас. Алексей. Спасибо большое, Алексей за звонок. Не дослушал нас так. Но вот... Спасибо, но плюрализм мнений это всегда действительно, хорошо. Действительно, вот это те самые 52%, которые говорят, что не нужен нам памятник Ленину, сейчас давайте что-нибудь другое установим. А ведь какие-то советские реалии возвращаются у нас? Вот, к примеру, Всероссийское движение школьников. Вернули. Разве это не пионерия? Ну, я думаю, что пионерия носила все-таки другие задачи совершенно. Мы же знаем, что она являлась, так сказать, младшим, одним из младших звеньев воспитания будущего поколения, коммунистического поколения. Я не думаю, что сейчас надо возрождать пионерию в обязательном порядке и там тотально ее возрождать. Наверное, нет. Я бы так бы не... Не хотел ну, то есть такой потребности в обществе нету? Ну, не думаю. Не думаю так, что идеология. Ну, вот, а вот всероссийское движение школьников, вот это, ну, как бы не пионерия совсем, да, вы считаете? Мне кажется, просто у нас в обществе не хватает вот этого объединения. Мы сейчас пытаемся к нему прийти. И демонстрации, и движение школьников. И студенты начали объединяться в какие-то те же самые стройотряды, да. Вот я училась, еще не было так активно, буквально там через пару лет они появились. И вот, кстати, возродили также комплекс ГТО. Да, действительно, спортивные нормативы вновь массово сдают сейчас по всей стране, причем независимо от возраста, и малыши, и люди преклонного возраста. Михаил Григорьевич, поможет ли это сделать Россию здоровой страной? Как это было в СССР?
Ну, я не думаю, что СССР была очень здоровой страной, но на ГТОшников, на старую съемку очень приятно смотреть. Я сам спортсмен профессиональный, и хочу сказать, что такой мускулатуры и такой пластики тела добиться нам было в профессиональном спорте довольно сложно, вот ГТОшники. Я считаю, идея возрождения ГТО очень неплохая. Наш президент, она с 2014 года, понимаю, это движение возрождается, на него государство выделяет деньги, и это позволяет оздоровить нацию. Президент сам замечательный спортсмен. Я счастлив был несколько раз увидеть на татами, правда, не в борьбе, но он открывал крупные соревнования, и мне, как дзюдоисту, это очень импонирует. Вот. И, конечно, что ж плохого, если мы будем возрождать поколение молодых людей и поддерживать, так сказать, людей зрелого возраста в этом движении. Мой отец 54 года выиграл областные соревнования. Ну, тоже профессиональный спортсмен, ГТОшник. И это же прекрасно. Михаил Григорьевич, а вы пробовали сдавать нормы ГТО? Вот те современные, которые сейчас. Да, которые сейчас есть, они не такие жесткие, чем те, которые раньше были. Ну, к стыду своему я не знаю, но, может быть, мне это не надо все-таки. У меня неплохие, наверное, заслуги в спорте. Да, зачем? Это могут подтвердить коллеги. Там вот комплекс ГТО рассчитан до 70 лет и старше. Вот, то есть предлагается сдавать вообще абсолютно всем. Я надеюсь на татами быть до 70 лет. Очень надеюсь. Поэтому я как-нибудь обойдусь без сдачи норм ГТО. Ну, приглашаю в пятницу на день борьбы. Может быть, поскрипим на ковре еще. В середине мая в Магнитогорске начнется летний фестиваль ГТО. Это для тех, кто его захочет сдавать эти нормы. Сначала пройдет городской этап, он пройдет приблизительно в 10-х числах мая. В июне зональный, где к магнитогорцам присоединятся уже жители соседних районов. Из всех участников будет сформирована одна сборная на областной этап. Я предлагаю сейчас посмотреть, как проходил фестиваль ГТО в прошлом году. Во времечко сюжета звоните нам 24-55-11 и рассказывайте, как вы считаете, правильно ли возродили сдачу норм ГТО. Может быть, вы уже имеете золотой, серебряный значок ГТО. Нам действительно это интересно. Для участия в этом фестивале ГТО заявилось 10 команд. К каждой был прикреплен волонтер, который водил участников по различным площадкам, на которых сдавали комплекс готовых к труду и обороне. Участники соревнований – разновозрастная группа. Это от 9 до 29 лет. Участники, как и учащиеся образовательной школы, также и студенты высшего и среднего профессионального образования. Состав команды состоит из 20 человек. Для каждого возраста разработаны свои нормативы, так называемые ступени. В этот раз можно было выполнить комплекс со второй по шестую ступень. Чтобы было понятно, например, для юношей 16-17 лет на золотой значок нужно с места прыгнуть на 230 сантиметров. 234. Кроме прыжков, в экопарке также отжимались, подтягивались, качали пресс, стреляли из электронного оружия, выполняли наклоны с положения стоя и, разумеется, бегали на длинные дистанции 2 или 3 километра и на короткие 100 и 60 метров. Физкультурный фестиваль прошел весьма азартно. К спортивной борьбе, в первую очередь с самими собой, глядя на участников, присоединялись и те, кто просто гулял в экопарке, и даже совсем-совсем юные. Давай еще в телевизор попадешь, давай. Опа. И еще раз, последний раз. Давай, сам. Это прямой эфир телекомпании ДВН, и до нас дозвонилась Алина Алексеевна. Алина Алексеевна, здравствуйте, вы в прямом эфире. Рассказывайте, что из советского прошлого вы бы вернули? Мне бы из советского прошлого очень хотелось вернуть бесплатные... Слушай. Я не поняла, что это. Что бесплатное-то? Бесплатные секции, бесплатные катки. Ведь раньше можно было детям с мала и до велика бесплатно ходить в любую секцию, в любой кружок. Сейчас не у всех есть деньги родителей, которые могут это оплачивать. Или взять хотя бы каток. Я говорю, если раньше на катке с детьми мы проводили по 5 часов, то сейчас, чтобы провести 5 часов, нужно хорошую сумму денег заплатить.
Хорошо, понятно. Спасибо большое. Спасибо действительно большое. Соглашусь. До свидания. Что касается катков, не хватает у нас бесплатных катков. И поддержать, наверное, очень хочет Ольга. Тоже мама детей. Ольга, рассказывайте, что бы вы вернули из своего советского прошлого и передали бы своим детям? Ну, я хотела бы вернуть систему здравоохранения, систему образования. Так как сейчас обучают в школах, ну, я не знаю, ли мы настолько отстали. Потому что неизвестно, что от детей просят. Ну, как бы вот мы учились, да, мы знали, как решать таблицу умножения, не знаю, там историю, все наши даты. А сейчас ваши дети как знают математику? Они даже не понимают, по большому счету, что им объясняют. Потому что, ну, как объяснить ребенку, что 2 умножить на 9 получается 18? Задача решена фактически правильно, да? А учитель это перечеркивает и ставит двойку, потому что нужно было 9 умножить на 2. Так. Спасибо большое, Ольга, за такой наглядный пример. Спасибо, Ольга. Вот так учат эта начальная школа буквально. Да, действительно. Михаил Григорьевич, если говорить о советском прошлом, да, то это прошлое неразрывно связано с Великой Отечественной войной. Сейчас находятся те, кто пытаются эту историю переписать, кто-то переосмыслить, а кто-то пересмотреть хочет итоги. И пересмотреть, да, хотят именно итоги. Вот насколько неоспорима победа советской армии? Победа советской армии, ее же нельзя отрицать. Вы согласны с этим? Естественно, это вообще совершенно святая тема. И такими жертвами выиграна чудовищная война. Поэтому всякие ревизии в этом плане, мне кажется... А из-за чего они возникают, как вы считаете? Почему находятся те, кто итоги эти хочет пересмотреть? Они же находятся у нас же в стране. Ну, я понимаю, что сейчас открытые архивы есть, новые документы. Мы знаем, какими жертвами давалась победа. Не всегда это зависело только от мужества солдат. Мы знаем, какие примеры с командованием были. Мы знаем, так сказать, с высшим командованием и так далее. Вот. Михаил Григорьевич, ну, вот я предлагаю посмотреть историю ветерана Великой Отечественной войны, чтобы понять, что... Победа действительно неоспорима, потому что вот впереди 9 мая, праздник Победы. И Магнитогорская времечка каждый год рассказывает вот историю этих ветеранов. У нас есть свой проект «Как живете, победители». И одна из наших героинь, Анна Владимировна Мостового, вот она как раз-таки прошла до Берлина. Давайте посмотрим, послушаем этого ветерана, потому что мне кажется удивительно, что мы сейчас еще можем видеть их живыми. Анна Владимировна, это такой небольшой сюрприз, но он запланированный, потому что компания «Русский хлеб» делает подарки перед 9 мая, перед Днем Победы всем ветеранам, вот, которых мы снимаем в программе. Спасибо вам. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы завоевали мир, свободу. В 94 года Анна Владимировна Мостового не теряет ясности ума, бодрости духа и чувства юмора. И стихи может из своей молодости припомнить. А как этих соколов люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. И частушку приличную спеть. Гармошка матушка, а лучше хлеба мякушка, а лучше хлеб, жак не есть гармошку матушку завесу. Анна Родионова родилась в деревне Лущихино Дугнинского района Калужской области. В 1940 году окончила десятилетку, выучилась в Туле на бухгалтера, работала в швейной мастерской. Война застала ее на малой родине. В деревне разместили полевой госпиталь, и Анна решила идти на фронт. Им нужны были эти люди, чтобы помогали. Но вот мы пошли в военкомат, и это 7 человек и добровольцами пошли на фронт. Я работала в госпитале там и переписывала документы, и стирали вещи, хранила этих больных. Фронтовая жизнь началась с брянских лесов, далее Белоруссия до Бреста. Госпиталь часто подвергался обстрелам. Немцы летели бомбить Ельню и через нашу территорию, а мы окоп копали. Думаем, ага, большая глубина-то была. Думаю, показать кулак или язык показать. Он тогда не отступится, а при этом встанет и будет, пока не убьет.
Страшно было и много было раненых. Анна Владимировна говорит, ей тоже досталось, правда, не в результате бомбежки. Американская машина. Здоровые туда бекеры. Главное, мы шли там с подружкой дорогу переходить. Она к той стороне, а я ближе к дороге. И я вот угодила как раз. Но ладно, еще живая, вот маячу до сих пор. Гнала Анна Владимировна немцев через Польшу в Германию. Эта фотография сделана в немецком городе Гера. Адресована будущему мужу Ивану Мостовову. Познакомились они в начале войны, он тоже, конечно, воевал. После демобилизации Анна приехала на родину мужа в поселок Путь Октября Кизильского района. В 1955 году построили дом. Детей нарожали, трех дочерей и сына. Сейчас у Анны Владимировны 7 внуков и 6 правнуков. На 65-летие Великой Победы побывала Анна Владимировна в Москве. Интервью даже давала иностранцам. И в этом году, слава богу, сможет при случае показать всем, как поют победители. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Нельзя забывать подвиг ветеранов, которые отдали годы своей жизни, а кто-то даже и жизнь за нас, за наше мирное небо. А мы хотим поблагодарить наших партнеров, компанию «Русский хлеб» за их подарки, продуктовые наборы. Могу сказать, что ветеранам было очень приятно, что их не забывают в преддверии 9 мая. Действительно. Михаил Григорьевич, а в вашей семье кто-то воевал в Великой Отечественной? Расскажите. Для нас война тоже не пустой звук. Оба моих деда воевали. Один воевал в штрафбате после ГУЛАГа. Брал Кенигсберг, форт номер 15. Второй дед, киевский вратарь, вратарь «Динамо», вышел из окружения, дошел до Орла. Семья эвакуирована. Мои прабабки и прадеды убиты. Одни в Бабьем Яру, другие в Белоруссии расстреляны. Поэтому у нас вся семья воевала. Все родственники воевали. Михаил Григорьевич, мне кажется, нет семьи у нас в России, которую не задела бы эта война, хоть это такие банальные слова, но действительно так. Мне было очень приятно с вами пообщаться, я думаю, Павлу тоже. Спасибо большое, спасибо, что приятно пришли. Наше времечко в прямом эфире стремительно истекает. Да, нам остается только назвать победителя розыгрыша, и билеты в кинотеатр «Джаз Синема» достанутся Максиму. Забрать их можно в редакции нашей по адресу проспект Ленина, 124/1. И также сегодня в вечернем эфире телекомпании ТВН. Смотрите наш новый проект «Рисуй с нами». Впервые за мольберты поставили наших с Павлом коллег, сотрудников телекомпании. А за изобразительного искусства постигают Лариса Анисимова, Игорь Гурьянов, Павел Зайцев, Лена Ткач. Елена Самойлова. Юлия Горшкова, ведущая этого проекта. Мне кажется, будет интересно. Не пропустите, если успеете, Михаил Григорьевич. Ну же, давайте посмотрим. Да. На этом у нас все. Будем прощаться. Всего доброго вам. До свидания. Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».